Здорово, ГБХ. Здорово, любимый ГБХ. Здорово, пацаны. Весь люд порядочный тоже. Саламчик. Прежде чем начать или продолжить это видео, да, кому как больше по душе, хотел поблагодарить всех тех, кто своими словами и строками эмоционально зарядил меня. И дал надежду на то, что эта делюга как бы не просто так, да, не гиблое дело. Можно попробовать что-то делать. Сегодня, как видите, какой-то фон есть, есть свет, камера все та же, не обессудьте, решим это вопрос времени. Вот. И как бы сегодня, как я обещал ранее, что хочу сказать, пацаны. Мы с вами поверхностно ознакомимся с несколькими приставками, на которых нет ни одного обзора на нашем, если это можно так сказать, ютубе. Особо акцентирую на слове поверхностно, потому что, пацаны, ну это не обзор, это не ролик, это вот наше с вами общение и некий показ того, что как бы было обещано мной. И, во-первых, чтобы мои слова из первого ролика не были необоснованы, да, ну и чтобы у вас было представление, о чем вообще как бы в принципе идет речь, и чтобы вот знали, что есть что показать. Сегодня то, что я вам покажу, это то, что есть сегодня вот здесь и сейчас под рукой. Это там вообще там 0,1 часть того, что есть в процентном соотношении, если. И как бы вот не забываем, что это чисто тупо хоум-видео. Опять же, вот там вот это вот не надо, вот за качество там что-то туда-сюда говорить. Все понятно и так, это все одним дублем все снимаю сразу сходу, чтобы там какое-то хоть продолжение было того, что было наговорено, да, в начале. Поэтому вот как-то вот так. Ну и давайте что, начнем, наверное, с чего? Вот с этой вот штуки. Это, пацаны, TriStar 64 для системы Nintendo 64. Это что такое? Это коробка в коробочном варианте. Вот у меня есть. Это что такое? Это девайс. Одевается вот как картридж, короче, на Nintendo 64, пацаны, вот так вот одевается. Вот так вот она выглядит. И позволяет превратить ваш Nintendo 64 Super Nintendo или NES, короче, туда, сюда вставляются вот карики NES или Super Nintendo. Тут вот три разъема под N64, под Super Nintendo и под NES, оригинальный картридж. Думаю, наверное, так как это японская штука, не только от NES, но и от Famicom оригинального буду оставаться. Я не смотрел, не стыкал, честно говоря. Но подробный обзор я делать не буду на эту штуку, так как я вам скажу потом, в конце ролика, где смотреть обзор, правильный обзор на все эти вещи. Вот, поставим сюда. Что там видно? Кстати, телек нормальный. Смотрите, ламповый телек, пацаны. На, пора его починить, наверное. Но зато на таком телеке не то, что уток пострелять. На таком телеке можно и попробовать собаку завалить, короче, понял. Ну, нормальная штука. Ладно, продолжаем. Продолжаем хардкорить. И представляю вашему вниманию IQ64. Что это такое? Это не геймпад, пацаны, это не джойстик. Это, короче, официальная Nintendo 64, которая выходила в Китае. На данном экземпляре на коробке написано 2003 год. То есть это момент, когда уже GameCube уже нормально начал давать свои позиции. N64 решили выпустить в Китае в виде вот такой вот штуки. В чем фишка? Сейчас расскажу вам. В двух словах тоже обзора не будет на эту штуку. Я вам все. Бумажечки это все. Вложим. Вот сама консоль. Вот так вот она выглядит. То есть это не геймпад, повторяю. Вот сюда втыкается кабель напрямую к телеку. Это как, знаете, Кенга, Менга, вот это вот наши были клоны. Сюда заливаются ромы. Вот она втыкается сюда. То есть на просторах Китая можно было официально поиграть на Nintendo 64 с помощью ромов. Вот официальный девайс в полном комплекте, в коробочке. Мне эту бесценную штуку, кстати, подогнал Dream. Как там, Игорян, здорово, братан, спасибо тебе от души. Ты вообще очень многим пополнил мою коллекцию, но об этом будет отдельно все.
Спасибо тебе, Натуха. Так, давайте поставим вот так вот, чтобы обзор был тоже, да? Вот так вот. Вот как говорил Александр Невский, вот так. Вот так. Вот так. Так, что дальше вам показать? А дальше... Вот смотрите, что есть, пацаны. 64DD. Это аддон такой. Такой аддон. Аддон для аддона, как он называется. Для Nintendo 64. Который за пределами Японии не выходил. Там, если не ошибаюсь, там порядка 18-15 игр на него выходило всего. Вот тут тоже все новье. Это греф мне, короче, от Пистара. Илюха, братуха, вообще, тоже респект тебе. Спасибо, брат, ты тоже бесценный мой друг. И вообще, респект тебе. Достану. Ребят, не знаю, там по поводу звука как, просто без камеры, без этого, без микрофона, тут некуда подключить микрофон, как бы все понимаю, но терпите, это как бы пока так, да. Вот, 64. Это просто фантастич. Короче, новое, пацаны, новое вообще просто. Просто не то, что like new, а new. Вот сюда, короче, вставляются дискетки. Сюда сверху одевается Nintendo 64. Ну, хардкорщики там, кто в теме, в курсе, что это такое, просто показываю. Опять все поверхностно. Ничего рассказывать вам не буду. Потому что сейчас я вам покажу еще один девайс и объясню почему. Уберем все, чтобы... Не люблю, чтобы все разбросано было. Все должно быть красиво. В своем месте. Как бы вам сюда вот поставить тоже, чтобы был в кадре. Нормально попало, ну чуть-чуть. О, руки мне там не положил, ладно. Вот. Ну еще кое-что. Очень экзотичное, ребята. Очень экзотичное. Вот вам доктор V64. Тоже полнокомплектный. Вообще в идеале, все в идеале. Это тоже для Nintendo 64 тоже аддон. Если 64DD подключалась снизу и кушала дискетки, то эта штука тоже подключается также снизу. Это вроде как неофициальный девайс. Ну, как бы с точки зрения коллекционирования очень ценный. Вот такая вот штука. Такая вот красоточка. Тут, короче, диски у него тоже ровно записываются. Тоже сверху Nintendo 64 одевается. И как бы вот можно играть на ромах. Вот. Теперь о самом главном. Я вам сейчас еще кое-что покажу. Но сейчас вот подытожу эти 4 девайса. Народ, все эти 4 девайса сейчас пакуются и едут, короче, к одному очень хорошему, порядочному человеку. Игролога, знаете такого? Вот он готовит большой, будет не выпускать, будет небольшой спойлер. Сами, думаю, не сильно огорчится на меня, но вот это все сейчас поедет Игролову для большого ролика по Nintendo 64. Там у вас будет и качественный контент, и правильная подача, и монтаж. Ну, короче, все так, как вы любите. Поэтому кто не подписан на Игролова, вообще стыд вам и срам вообще, подписывайтесь, ссылку оставлю в описании. Подписывайтесь на Игролова и ждите от него большой обзор N64, где все эти девайсы будут успокоиться. Эти девайсы будут как бы максимально развернуто представлены. Вот. Этим хотел закончить, наверное, но тут под рукой еще кое-что оказалось, чтобы отдельно видосик тоже не делать, так как сейчас по-быстрому показывают. Вот, кое-что еще покажу, тоже из редкого и необычного, пацаны. Вот. Casio Lupi. Полноценный, полнокомплектный Casio Lupi. Тоже оказался сегодня под рукой. Тоже вот такая вот штука есть. Не буду открывать сейчас, ничего показывать, это как бы потом. На него отдельный обзор можно будет сделать. Ну и что хотел сказать? Вот еще один видосик на радость кому-то.
Главное, чтобы фейспалмы не ловили, пацаны, остальное все вот выровняем. Вот. Ну и в следующем видео, наверное, мы с вами изгоняем на склад. Вот, так и назову, наверное, ролик «Склад приставками» или «Склад приставок», где мы с вами вместе дружно посмотрим, что там накопилось за последние 5 лет. Вообще, какие вещи там имеются, вместе будем балдеть, радоваться. И дальше больше будем развиваться. Спасибо, что уделили ваше время. С вами был Аники. Респект, пацаны.